Всем привет, друзья! С вами Роман. Сегодня мы будем играть в такую крутейшую игру. Просто суперскую. Infinity Ops. Для Android смартфона. Сейчас посмотрите, что она из себя представляет. Я, в принципе, до этого много раз уже играл в нее. А сегодня вот решил для вас сделать обзор на нее. Ну и поиграть, естественно. Вот так вот. Так, куда нам идти еще? Мишени. Сначала надо по мишеням попасть. Перезарядка. Так, стоп, Чанский, куда идти сейчас? Надо. Направляйтесь по стрелкам к Титану. Подойдите к Титану и нажмите на иконку, чтобы сесть в него. Ок, спасибо. Снаряжение. Теперь можно улучшить свое оружие. Покупка оружия, да. Бой. Отлично. Снял меня все-таки. Вот снял. Блин. Бляха-муха, да. А фиг там.
Ну, селим мы робота наконец-таки и убиваем этих гадов. Ага. Вообще суперская игруха. Реально, ребята, одна из лучших. Одна из лучших. Я серьезно говорю сейчас. Да. Мне нравится. Вау, мы победили. Прокачали себя, свои навыки, так сказать, свои навыки прокачали. А куда дальше нажимать? А, все, исчезла сама эта табличка с рейтингом. Ящики. Нажмите ящики. Золото плюс 15. Ок. Обучение завершено. Заново. Еще катку сыграем, пожалуй. Гады недоделанные. Сняли все-таки меня. Что ж, ребят,
Вот такая вот каточка у нас сегодня получилась. Игруха просто отличная, просто замечательная. Советую поиграть. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.